Какую? Все, работает? Да, работает. Иди сюда. Угу. Да. Давайте. А ты снимаешь? Да. Да. А где идет, что ли, у вас запись? Да. Уже все понадкусали, блин. Да, тебе одну вишенку мне, да? Я не люблю вишню. Ты только об себя не три. Он уже клубники наелся, он уже вишня не канает. Ну, давай, кусай. И мне хочется еще, пожалуйста, Русь, укусите оба, короче, с этого торта. Вы уже... Стой. Торта, такого нету слова. Ура. С торта. Оба, с двух сторон. Давай, ты отсюда? Иди сюда, отсюда. Вот ты. Вот а сюда ты подальше. Иди. Давай. Давай. Только надо делать фотографию так легко. Нет, она потом нарежет. Там есть беленькая, смотри. Сейчас покажу, смотри, не выключай. Вот, это фотографировать можно. Если что, знаешь, типа давай, совмещать. Давай. Кусайте оба. Ты отсюда, это я отсюда. Это твой давай. Телефон. Он хоть фото? Да хрен его знает. Наверное. Он даже ничего не записывает, по-моему. Записывает. Записывает? Угу. Ну, если все, ты потом нарежешь. Вот проблема. Нету даже... У тебя есть только 1-2 минуты? Подожди. Ну подожди, дай я посмотрю, если снимаешь ли, как на середине. Снимаю. Нет. Идет. Дай посмотрю, посмотрю. Снимаю. Я впервые научился писать по-английски. Скэри, чики, чики, честь. Ура! Руся, твоя очередь. Кусай. Кусай нормально. Да. Кашляй. Панна сметана. Такой вкусный прям. Ням. Да? Очень. Да? Он сметанковый. Он прям вообще заходит. Блин, на раз. Ну что, мы как эти. Самые хорошие. Да. Блин, подождите, оба. Вот так вот. Руся, точно так же. Давай я у тебя вот. Укуси сам. Давай. Не, укуси давай. Прям. Давай. Прям укуси. Давай, укуси. Мама принесла порезать, нет! А они вообще по-другому решили. Ну все. Аккурат. Куда он тут? Гэмпес, наверное. Ну, класс. Ты же знаешь, какой момент? Слышим, он, ты понял, да? И мы еще такие вместе. Да. Ну, только, короче, все, ты сама нарежем. Потом все нарежешь. Ой, а можно мне тоже? Да. Как это? Блин, давай. Мама, иди сюда. Да нет. На 0,5 просто делай. Вот так вот можно снимать. Мама, блин, расстроилась. Ой. Давай порежем вместе. Давай кусай. Нет, давай вместе. Торт режем вместе. Можно давай. Сам? Ну, да. Давай вместе. Вот так вот просто, аккуратно. Можно я сам теперь он один? Он прям как масло. Ты такой съешь? Прям такой. У меня какой нежадный мальчик. Это только для меня. И это для тебя, это для меня. Это для тебя. Это для Оли. Знаешь, какой мультик? Мы делили апельсин. Это для Оли. О, самый большой. Это для мамы. Ура! А с нет! С этим ножом твой. Это а еще. А вот с этим повидлом кому? Твой. Я люблю сладкое. Не ложи. Да стой. Я только не съем просто. Можно я кое-что сделаю? Дай мне нож, пожалуйста. Да. Только аккуратно. Нет. Ладно, вот это вот ладно, я не буду. Я не буду, ладно, так делать. Ладно. Нет, давай повернем. Будет неудобно. Молодец. Какой мягкий торт. Да он просто очень вкусный. Всем привет. Смотри. Сделай так. Не, наши фирмы нас слышишь, Слан? Это не, Руслан. О, не, только не прыщи, друг, ты чё? Не надо плеваться. А ты куда маме тыкнул-то?